только любовь к партии. 14 февраля, в день Святого Валентина, коммунистов свой праздник. Ровно 20 лет назад состоялся восстановительный съезд КПРФ. В память об этой дате красные провели пикет на площади Ленина. Наверное, это скорее исключение из правил, когда коммунисты собираются по хорошему поводу. Чаще всего подобные мероприятия носят протестный характер. Поставленной цели достичь удается не всегда. Однако, как считают сами коммунисты, на некоторые процессы общественно-политической жизни влияние они все-таки имеют. Это пикет около департамента строительства, там, где речь шла о незаконном строительстве некого крупного чиновника в районе запрутки города Кохмы. И этот пикет привел к тому, что Николая Зотова сняли с занимаемой должности, и сейчас он никаких крупных должностей в Ивановской области не занимает.